Относительно опубликованного видео в социальных сетях о задержании якобы гражданина Кыргызской республики за участие в массовых беспорядках, произошедших в Республике Казахстан, Министерство иностранных дел сообщает, что в данное время министерством совместно с компетентными органами Республики Казахстан проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина. Министерство призывает соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.